Всем привет! С вами Денисыч и Щеночки. У нас опять на улице становится холодно. Прям вообще. Даже МЧС прислала нам сообщение, то что будьте очень осторожны. Очень сильное похолодание до минус 40 градусов. Вот, и поставил еще дополнительно обогреватель. Включил щенкам. Плюс тут топится у нас печка, как обычно. Сейчас вам покажу. Ну, видите, надо сейчас буду еще подкидывать дровишки. Лучше прогорает. Так. Открываем. Так вот. Ну, щеночки наши тут в тепле. Это главное самое, да? Самое главное, что они в тепле находятся. Чтобы им было тепло, хорошо. Чтобы они были сытые, накормленные. Чтобы мама рядом была. Правильно же говорю? Хорошие. Хорошие, большие уже. Растут, растут, как не знаю кто. Очень быстро растут. Совсем недавно были такими крошечными. Кто помнит, кто смотрел. Кто с самого начала нас смотрит. Как только у нас родились эти медвежата. Вот маленько отодвинем в сторонку. Вот такие вот они хорошие у нас. Все им интересно. Кусочки, деручки, дерутся, играются. Все, что надо. Все делать то, что маленькие детишки, да? Не как маленькие дети. Очень хорошие, милые. У каждого свой характер. Каждый по-своему чем-то отличается. Хотя они все одинаковые, на первый взгляд. На самом деле они очень отличаются. Прям вообще. Да? Хорошие. Кукулиши такие вообще они. Рычат. Ух ты. Не могут пока перелезть они все же. Не могут перелезть они через наш барьерчик. Через барьерчик не могут пролезть. Пролезть опилочка. Трубочка мешает. То кусает. То кусает меня. То меня кусает. Зубы уже острые. Зубы очень острющие. Стали. У щенят наших. Куча мала. Также хочу всех поздравить с Новым годом, потому что сегодня уже первое число, первый день Нового года. В общем-то, я надеюсь, вы загадали все желания, пока били куранты. Главное, это я хочу вам пожелать здоровья, чтобы вы всегда были здоровыми и никогда не болели. Потому что если будете здоровыми, то все остальное сложится, вы будете счастливы, у вас все будет, и деньги, и любовь, все будет. Главное, здоровья и все вам хочу пожелать. Также хочу вам показать видеоролик. И не знаю, догадаетесь вы. Напишите свои предположения, что я вам хочу донести вам этим роликом. Сейчас я его вставлю. Вот, смотрите. Thank you.
И вот, давайте, пишите в комментариях, как вы думаете. И кто правильно ответит, первый человек, я завтра прочитаю его комментарий, что он написал, что он думает, почему я показал это видео. Давайте пишем, надеюсь на вас. Вон наши хомяки там рычат. Рычат вообще. Драка там намечается. Смотрите, что творится у щеноков. Хорошие такие все. Замечательные, да, они все? Очень замечательные собаки. Это серьезная порода, ротвейлер, в конце концов, да? Скажите, мы соответствующе ведем себя. Так, позвал Мирану с улицы, тут там вообще дубак. Уже идет 30-ка. Сейчас, наверное, буду даже Майю тоже загоню сюда. Или просто ей там, наверное, застелю хорошенько в будке, чтобы ей было тепло. И все. Да, Миран? Че, как ты тебя чувствуешь? Напали на нее. Сразу сюда пришла, легла. А эти хомяки начали кушать. Я им коготки, кстати, недавно подстриг. Чтобы они... Ну, они, получается, мнут грудь. И тем самым... Царапают Мирану. То есть это неправильно. Это не есть хорошо. Вот поэтому я им недавно подстриг коготки. Потом вам покажу, кстати, как я им стригу коготки. Видите, напали кушать все. Ням-нямать все. Вот такие вот у нас медвежата растут. Очень быстро растут. Прям не замечаю. Скоро уже будем прививку ставить первую. Да, и паспорт им делать. Тоже смотрите обязательно видеоролики, потому что видео выходит каждый день. Я снимаю про щенков специально для вас, чтобы наблюдали за ними, как они растут. Я думаю, вам это интересно, если вы смотрите наши видеоролики с Мираной, с Майей, с щенками. Так что обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Также подписывайтесь на мой второй канал, называется Лев Лайф. Там я снимаю влоги, блоги, рыбалку, охоту, металлокоп. В общем, все самое интересное для вас. Так что обязательно перейдите на канал. Ссылочка будет в описании. Канал называется Лев Лайф. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И ставьте под каждым видео лайки и смотрите обязательно нас. Также не забывайте комментировать видео, то, которое я вам показал. Обязательно оставьте свой комментарий, что вы думаете по этому поводу. Ну а с вами были Денисыч, Мирана и щеночки. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Также хочу вам порекомендовать наши кобра-ошейники. Они выполнены в двух цветах, в черном и в оранжевом. Вот такой тут логотип. Это наш собственный бренд. Так что обязательно, если кому интересно, заказывайте. Очень крепкие. Уже собаки у меня ходят целый год, и с ними ничего не случилось. Вот такая тут кобра застежка. Она очень удобно расстегивается. Просто нажимаете на два зажима, и она расстегнулась. Все. Одно движение. Также застегиваете. Просто вставляете, и все. И никуда она уже не денется. Также тут очень большое кольцо, за которое удобно цеплять поводок. И также тут есть вот такая вот удобная ручка, за которую, если что, вы можете придержать собаку, просто взяв ее. Размеры все есть, два цвета, заказывайте. Доставка у нас стоит по России 300 рублей. За рубеж, там,
Украина, Белоруссия, Казахстан, в принципе, по всему миру, за границу 600 рублей. Там ошейник стоит, сейчас у нас акция проходит, вообще ошейники эти стоят 2500 в Америке, представляете? Ну, если в рубли переводить. Мы же их продаем всего лишь за 800 рублей. Так что успевайте приобрести наш ошейник Хундрактор, наш брендовый, еще раз повторяюсь, по очень низкой цене. Всем вопросам пишите мне ВКонтакт или в Директ в Инстаграм. Ссылочки все будут в описании.